Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck You, и как всегда я, просто я. Ла-ла-бла-бла. Переходим к сути, друзья. Не будем вот это затягивать, шокота тянуть. Если мы собрались здесь с вами поговорить опять о CoinUp, опять о XIO. Пришел мне брелочек, друзья, вот так вот он выглядит, такая у него сбоку кнопочка, ничего больше с ним не происходит, нажимаете на кнопочку, он входит в режим поиска, вы его находите в своих Bluetooth устройствах, нажимаете подключиться, переходите в CoinUp и в CoinUp нажимаете сканировать, приложение его находит и подключается. Но начнем, друзья, мы с моего кошелечка, да, с моего Trust Wallet, на котором уже, как вы видите, 1722 XIO, которые я заработал за прошлый месяц. Как раз вот у меня закончился премиум аккаунт, и я вывел все свои коины, и у меня вот получилось от начала до конца, да, от начала премиум аккаунта, да, я вам показывал в прошлый раз, я вывел был только 10 тысяч тех первоначальных, да, которые выводятся без комиссии, ну и остальные тоже вывел. Это приблизительно где-то 150 тысяч коинов я за месяц заработал с премиум аккаунтом и с брелочком или с картой, да, то есть разницы нету, профит такой же добавляют эти устройства, разница есть только в одном, друзья. То, что к брелочку вы можете подключить неограниченное количество устройств, то есть, ну, тут никакого подключения не происходит, просто CoinUp приложение видит в Bluetooth устройствах брелок и показывает, что я его вижу, окей, засканировано, да, то есть замечено, устройство замечено, поехали работать. И дает 10% прибыли. Дает, друзья, 10% прибыли к вашим заработкам. Вот. Как вы видите, у меня премиум аккаунт, брелочек подключен. Сейчас мы зайдем, посмотрим, подключился он или не подключился. Нет, сейчас у меня засканирована карточка. Вот сейчас как раз и посмотрим, как он подключается. Нажимаем кнопочку на нем, ждем несколько секунд. Вот, засканировано. Когда снизу появляется вот эта третья кнопка, это значит засканировано девайс. Еще раз заходим, смотрим, да, видим зеленая галочка, друзья, появилась, значит девайс засканировался. Чем клевый этот девайс? Чем он лучше карточки? Для карточки, для того, чтобы пользоваться NFC-картой, понятно, нам нужны телефоны с NFC. Это может быть ваш личный телефон, дорогой, да, которым вы пользуетесь с NFC и вы не майните. Для Bluetooth брелочка чем клево, вы можете собрать майнинг ферму из самых дешевых БУ телефонов. То есть я смотрел у нас на рынке польском БУшном, да, на OLX.pl за 100 злотых или же за 700, там 650-700 гривен. Если на гривны переводить, если в доллары переводить, это 25-30 долларов можно купить. Неплохие бюджетные телефоны, с которых можно сделать майнинг ферму, то есть взять там 5 телефонов, это приблизительно будет там $150, да, плюс брелочек 50, это $200 вы потратите, и у вас будет уже 5 телефонов, и когда вы куда-то едете, вы сможете майнить много, потом с одного телефона перекидывать себе геодропами на другой, и на другом уже копить, да, и собирать Hold Rewards. Вот, Hold Rewards, который сейчас у меня на этом аккаунте составляет уже 4,81, видите, да? А на том аккаунте, где у меня было 150 тысяч, то уже было 15 там с копейками. Я хотел дособирать до миллиона, но не дособирал. И как вы видите, и даже на одном месте очень профитно майнить. 1,48 коина дает с премиум аккаунтом, с брелочком. Супер, даже на одном месте очень профитно, я уже не говорю о езде. О езде там дает тоже около 1 целого и больше, чем 1, и меньше, но в среднем дает 1. То есть это очень неплохо, за каждую клетку дает 1.
И за месяц получается около 150 тысяч, что составило около 60 долларов. 35 вложили, 60 заработали по сейчас низкой цене, потому что XIU, друзья, упало у нас в два раза. Было около 7 центов, сейчас 3-3,5 колбасится, да. Вот, ждем роста, не продаем XIU, не меняем, не свапаем, ждем роста. Есть у этой криптовалюты все перспективы вырасти до 1 доллара как минимум после Нового года. Вот. Поэтому рекомендую фармить. Ссылочка на CoinHub будет в описании, друзья. Заходите, регистрируйтесь, пробуйте. Пробуйте сначала себе заказать или карту, или брелок, потом премиум аккаунт. Или вообще не заказывайте брелки, карты, просто сразу премиум аккаунт покупайте и фармите без этих всех девайсов. Это уже будет ваша личная стратегия, что вы будете делать, как вы будете делать и как вы будете зарабатывать. В этом видео еще коротко о геоклейме. Это вот этот фиолетовый флажок. Разобрался я, как он работает. В прошлом видео я вам показывал, что не получилось мне вернуть деньги, потому что вложил там около 750 коинов, да, в свою вот эту вот клетку домашнюю, да. Но так как у меня здесь очень много пользователей, вернулось мне там только 400. Разобрался я, как она работает. Едете вы куда-то на дальнее расстояние, допустим, на 400 километров. С этой, вот я здесь вот зазначен сейчас белой точкой, да, начинаем ехать. И когда мы доходим до грани своего квадрата, нам большой такой жирной линией на весь экран показывает, что мы проезжаем свою зону и въезжаем в следующую. Нажимаем на флажочек и смотрим. Если здесь у нас нету много пользователей, там 1, 2 до 3 пользователей, вклиниваемся, 15-30 коинов кидаем, чтобы занять первое, второе, третье, четвертое место. За эти места самые большие вознаграждения, друзья. Но не рвемся даже на первое место, если там уже кто-то есть, смысла в этом нету. Максимум 30 коинов вкладываем. Итак, едем. Эти квадраты, они будут переходить из одного квадрата в другой. Допустим, едем 400 километров. У меня за 400 километров было 5 квадратов. В каждый я вкинул по 15 коинов. Каждый из этих квадратов. И потом я возвращался, ехал я по платной дороге, делал такой круг от Катовицы до Познания, а потом возвращался бесплатными дорогами, они ведут с другой стороны, с другой, и еще 5 таких квадратов, 5 таких районов захватил, да, и еще туда вкинул по 15 коинов. То есть в общей сложности за поездку 800 километров я захватил 10 площадок таких, куда вкинул всего лишь 150 коинов. И как вы видите, мое вознаграждение сейчас 873 коина. Почему? Оно растет. Да? То есть поначалу у меня было там только 150 моих вкинутых, но оно потом росло. Потому что постоянно по этих дорогах, да, по этим автострадах тоже ездят такие же пользователи, как и я, с майнерами на телефоне. И откладывается там это вознаграждение. И в конечном итоге, если никто не вклинивается, кроме вас, в эти точки, а на трассе очень трудно ехать, да, управлять машиной и нажимать там еще какие-то кнопки, да, и люди просто по своей натуре ленивые, да, и они не хотят этого делать, едут, просто майнят, да и едут. Вот. Да и не каждый знает, не каждый понял механику, не стал разбираться, как работает геоклейм. Я попробовал, разобрался, вот и вам рассказываю, мои друзья, чтобы вы тоже могли пользоваться этой фишечкой. Следующие видео будут тоже очень интересные, другие способы пассивного заработка, где вам абсолютно вообще ничего не придется делать, просто запустить несколько приложений на своем компьютере или ноутбуке и забыть о них, они автоматически приносят вам прибыль. Уже с одного приложения я вывел деньги, вот, их есть 4 вообще такие, которые хотя бы что-то там с них капает, да, из 2 плюс-минус капает неплохо, вот, из 2 чуть похуже, одно уже я проверил на вывод, сейчас проверю второе и тогда сделаю, друзья,
видео. И ссылочки все тоже оставлю в описании. Поэтому регистрируйтесь, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях, конечно же, лукасы ставьте. Ну и еще такой один спойлер будет. Появилась новая, друзья, новая штучка, новый майнинг, друзья. Майнинг на маленьких микрокомпьютерах, который называется Arduino и Raspberry Pi. Называется Duco Coin, Duino Coin или просто Duco, сам коин называется на рынке. Вот, как вы видите на моей фотографии, я себе купил 5 этих Arduino, да, уже я их прошил, они работают. Вот хешрейт получается 173 килохэша, 10 процессоров, 5 штук по 2 процессора в каждом этом мини-компьютере. Очень интересная тема, но это тема следующего, друзья, видео. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы в комментариях. На все вопросы, на все комментарии всегда отвечаю. Вот. В скором времени создам телеграм-канал для нашего канала, где можно будет общаться с пользователями, делиться какими-то своими проектами или задавать вопросы. И советовать проверить какие-то еще проекты на вывод, да. Вот, где мы с вами сможем коммуницировать. То есть в Телеграме хочу создать группу для подписчиков. Ну а на этом, друзья, на сегодня все. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Ссылки в описании.